Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажем сервер TNRun для Майнкрафта Pocket Edition. Но если кто не знает, то на этом сервере нужно выживать, и кто выживет, тому дают бонусные очки. А смысл выживания здесь прост. Мы просто бегаем, и мы не должны, так сказать, упасть между этими этажами. Сейчас, как вы видели, я провалился на второй этаж. Но это не совсем плохо, так как здесь еще есть еще один этаж. С нами здесь бегает несколько игроков. Ну, игроков здесь, наверное, 9. Это не совсем много и не совсем мало. Ну что ж, давайте посмотрим, как долго мы сможем выживать. Так, здесь сидит на песке, давайте вместе с ним посидим. Так, это бежит. Так, ой, я провалился. И я сразу выпал с третьего этажа. Ну что ж, давайте повторим нашу попытку. Так, сейчас добежим. Перепрыгнем. Так, выбираем. Так, ну давайте этот выберем. Здесь у нас есть один игрок. Так, где он? Он у нас вот нет. Куда он спрятался? А вот он. Его даже не видно. Ну что ж, ждем. И опять начинаем TNRush. Так, у меня почему-то сразу начинает лагать, когда начинается эта игра. Ну вот, я опять почему-то провалился на второй этаж. Может быть, сейчас нам повезет, и я смогу выиграть. Я буду надеяться, да, он провалился на третий этаж, а я пока еще прыгаю все на втором. Пока нам, так сказать, везет. Но это очень хорошо. Все, наверное, он сейчас. Наконец-то он упал. И вся победа, так сказать, дается нам. А мы идем дальше. Давайте попробуем, так сказать, третий уже уровень. Я буду называть их уровнями. Так, здесь у нас, походу, никого нет. Мы заходим сюда. Так. Давайте вот зайдем вот. Ну, там пусто, да? Дадим тогда, получается, сюда. И сыграем опять с каким-то игроком. Не он ли этот опять похож вроде бы? Ну, я не знаю, я не запоминал. Ну, мы опять будем ждать. Ну, у них спавн, у этих TNRush одинаковый. Так что, что сказать, скин у нас одинаковый. Это все еще баг, так сказать, сервера. Так что ты на меня смотрел, что надо. Ну, ждем, подождем. Ну, так сказать, что могу сказать про этот режим игры. Он мне не совсем больно нравится, но я снимаю ради вас. Так что смотрите, ну, не знаю, комментируйте. Ну, ломать мы здесь также ничего не можем. Ну, может и ломается, но не сломается. Это точно. Все, давай. Опять залагало. Все, начинаем прыгать. Но я прыгаю, чтобы точно не провалиться. Когда мы прыгаем, наверное, шанс 50, мы точно не провалимся. Это 100% будет. Так, ну, мы опять победили. Что я могу сказать? Мы просто молодцы. Сервер, по идее, все-таки классный. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.